Каких профессий только нет: художник, повар и поэт, учитель, музыкант, аптекарь, а есть еще библиотекарь! Дорогой центр семейного чтения, настал твой юбилейный 15-й год. Все эти годы к тебе с удовольствием приходят ребята-дошколята и педагоги детского сада номер 30 «Пингвиненок». Именно сюда они спешат, чтобы прикоснуться к бесценному богатству, ее величеству книги, которая открывает путь к знаниям. Ваша работа – это образец искреннего служения добру, гуманизму и, конечно же, просвещению. И сегодня мы собрались, чтобы поздравить всех сотрудников библиотеки с этим чудесным юбилеем. Давайте представим хотя бы на миг, что вдруг мы решили журнал «Фукник», что люди не знают, что значит поэт, что нет Чебурашки, Хоттабыча нет. И городок есть необычный на свете, он дверь откроет взрослым и детям. Все до единого тут человека знают, что это, наверное.